Вадик Тарасов, я знаю, что он любит плавать, так сказано, в Антарктиде. Любит плавать, да. А вот карабкаться любит? Любит карабкаться, любит плавать. Ну вот с метанием мы, конечно, вот будем смотреть. Любит также нырять, он это отметил особо. И так и сделал сразу же. Вот сейчас поскользнулся, и мячики уплыли из кольца. Не знаю, насколько это усложнит эту попытку. Пытается забраться. За девчонок переживают родители Черновых. Катя, давай! Катя, давай, Лиза не попала, но была близка. А капитан не промазал. Ничего страшного, мы видели, что он был в сетке. Это самое главное. Так и планировали, что капитан будет забрасывать, а вице-капитан так пугает своих. Нет, они должны обе забрасывать. А кто из них более меткая? Они обе, они баскетболистки. Обе баскетболистки дополняют друг друга. Ну, давайте смотреть. Сейчас Елизавета. Не торопись! Не торопись, советует папа! Блин. Ну, она не торопилась, согласитесь? Ваша просьба выполнена. Да. Надо теперь кричать, бросай метко, доча. Как дела? Ну, будет, не было инструкции, поэтому даже не было инструкции. Не было просьбы ломать инструкцию. Но он догадался. Опять нырять по своему усмотрению. Любит плавать. Мы же с этого и начали. Он сейчас плавает, вернется. Все получится. Действительно. Несмотря на то, что нет пока попаданий, но может быть именно Вадик откроет счет. Будем надеяться. Вадик, давай, попробуй. Что будем делать, папа? Что же делать? Будем болеть. Если бы ваши сыновья сейчас вас могли услышать, что бы сказали? Не сдаваться. Не сдаваться. Вот это нужный совет. Аккуратно, но уже довольно профессионально. По очень скользким матам бежит Лизавета. Давай, попробуй, Лиза. Давай. Девочка. Ну, все, мне кажется, Катя попала, Лиза попала. Третьего раза она услышала меня. Услышала, выполнила задачу. Как оцениваете выступление? Они молодцы. Они молодцы, всем вас. Конечно. Мы тоже баскетболисты. Счет 2-1.